Привет, друзья, с вами Варчик. Это продолжение рубрики, в которой я рассказываю, о чем я думаю в бою. И это карта Руинберг, верхний респ. Играю я на лоре 40 тонн. И в начале боя я еду на центр для того, чтобы подсвечивать и наказывать ЛТшек, которые в первую минуту сюда приехали тоже заниматься подсветами. Приезжаю удачно, отстреливаюсь, тем более сзади союзники, я тоже видел по карте, что за мной едут, и это хорошо. Но бывает, что союзники сюда едут, но они абсолютно не обращают внимания на то, что вы здесь что-то подсвечиваете. Такое бывает, и они могут вас вообще заигнорить, и вы будете страдать здесь. Придется отсюда выезжать, терять хп, и все будет печально. Ну а так, в принципе, я частенько еду сюда на первой минуте, если быстрый танк. Ну и если союзники хоть чуть-чуть вам помогают, то это будет большое преимущество в начале боя. Отстреливаю первый барабан по ЛТшкам, довольно-таки удачно, хп не потерял, немножко настрелял. И здесь засвечивается ПТшка в углу карты, раздаю барабан. Она решила, что получать урон и стоять на месте — это нормальная идея. Ну, в принципе, начало хорошее, 3-1 урона немножко накидал, и дальше, в принципе, пока затишье. В городе у нас много союзников, как обычно, там Т-49 сливается в городе с тяжами, вместо того, чтобы играть как нормальный человек. Это все стандартный рандом. Вот уже начинается счет выравниваться, хотя у нас было преимущество. Казалось бы, в городе все нормально, тяжики поровну там поделились, но счет потом пойдет не так. Опять засвечивается еще одна ПТ-шка в углу. ЛТ додумалась поехать посветить. И здесь будет, ну, ВБР такой. Сейчас саппорт посаппортит ЛТ-шку на все хп. Ну, это, мне кажется, вообще ни в какие ворота, потому что, ну, нафига. ЛТ-шка едет светить, и ее ваншотит арта. Ну, да, типа у ЛТ нет брони, ну и что теперь? То есть вообще наказываются любые какие-то активные действия, ну это бредятина. А как на ЛТ тогда играть, если ты должен бояться куда-либо вообще выглянуть? Фигня какая-то. А если ты никуда не выглянешь, на ЛТ не подъедешь, то как бы вообще на ЛТ игра какая-то хрень получается. Отъезжаю назад, здесь СТБ подсвечивается, и начинаю в него раздавать барабан. Ехать вперед под двумя артами по флангу, как ЛТшка моя, я не захотел. Тем более, что там были сбоку танки, еще какая-то там ПТ могла быть. Хотя, в принципе, единственная ПТ — это торт. Торт в городе, ну, там мог быть танк какой-нибудь, один заблудший. И арта сверху могла кинуть, и одна, и вторая, и я бы, в принципе, поиграл. Сейчас я думаю, что дальше делать. Может, кто-то что-то тут подсветит, или я подсвечу. Но уже поглядываю на город, уже немного задумываюсь, что можно туда стрелять по перекатке, там где улицы катаются. Но торт останавливается, не везет мне со стрельбой. И я понимаю, что в принципе все враги уже сейчас в городе. И здесь ловить особо нечего. Немножко я здесь долго думаю, соображаю, но в принципе и... С одной стороны, долговато, но в картошке, когда играешь, спешить чересчур тоже такое себе. Бывает, что из укрытия весь бой играешь нормально-нормально, из укрытия полметра вылез, умер, все. В принципе, по сути, я переезжаю вовремя. Все танки врагов стянулись в город, и я еду одновременно с ними, но и еду им в корму. Заезжаю и думаю здесь раздать барабан, потому что они все здесь, бояться мне нечего, все светятся на карте. И я думаю раздать барабан в задницу, пока они там заняты. Пытаюсь раздать барабан под Type 5 Heavy, потому что он, в принципе,
на один барабан, но не успеваю, и поэтому даю последнюю пульку куда было. Благо французская тяжелая корытница еще не успела толком развернуться, хотя он мог с вертухана попробовать меня стрельнуть, может, у него КД было. И отъезжаю назад, поскольку, ну, у меня КД, стоять перед врагом нет смысла. Занимаю другое укрытие, немного сзади, заряжаю барабан здесь, до меня никто не успеет доехать, поэтому я здесь стою и буду от кучки с мусором пытаться еще что-то здесь пострелять. По сути, вроде нормально, езжу весь бой, барабаны раздаю куда надо, нахожусь там, где надо. Здесь вот враг подставляется и спокойно раздаю ему две тычки. Ну, в принципе, и все. И дальше жду, может, что-то подставится. АМХ почему-то 65Т так и не поехал за мной сразу. Только сейчас он там засвечивается, вылазит. Тоже ему сбиваю каток, даю две тычки и ухожу на КД. Там 54-ка у нас, и она на барабан мне как раз. Я думаю поехать за ней, если она сейчас поедет направо, она мне будет накидывать от рельефа. Поэтому мне надо ее завалить. Но пока я к ней еду, вижу, что она разворачивается, и гоняться за ней не особо вижу смысла, потому что пока я до нее доеду, мне, наверное, и в бочину накидают. Ну, я так думал в бою. Поэтому разворачиваюсь назад. В принципе, сейчас у меня будет в бою ошибка. И будем смотреть, разбираться, ну, что да как. Выезжаю здесь, тут AMX был по карте, он здесь и есть. Я начинаю раздавать ему барабан. В принципе, получаю тычку и спокойно убиваю его. Здесь мне на 172 хп арта кидает в затылок, союзная. Зачем? Непонятно. Ну, потому что это арта. Что с нее взять? Мозгов, как обычно, нет. Здесь засвечивается Т-54 и сзади засвечивается торт. И по факту мне сейчас нужно было ехать не на Т-54, а на торта. В принципе, я правильно делаю то, что я еду хотя бы на кого-то, а не стою между. Но по факту я делаю ошибку. Мне нужно было ехать на торта, и я побоялся, что сзади торта стоит арта. Торта-арта. Но итогово получилось, как получилось. Я мог бы еще барабан раздать, а может быть даже продолжить бой и затащить. Я поехал не в ту сторону, ближе всего было ехать к торту. Там ближе всего укрытие. Я бы получил урон от торта, может быть от Т-54. Даже может быть еще и от арты поймал бы, если бы она там стояла. Я бы выжил, даже хотя бы со 100 хп, и раздал бы в корму торту барабан. Все. То есть здесь была ошибка в том, что я поехал к укрытию, которое находится дальше, чем то, которое находится ближе. Я по-любому получал там урон, хоть в одну, хоть в другую сторону, но там, где находится торт, укрытие ближе, поэтому я быстрее спрячу свой танк и быстрее перестану получать урон. Вот в этом вся была моя ошибка в конце боя. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!